беспокоит, молодой человек? Доктор, мне здесь неудобно. Говорите, я врач. Доктор, у меня запои. Кто вас ко мне прислал? Если сетюя, я тебе бью запой, она тебе бьет к найкову. Я еще удивился, если найкову лечит от запоя. Лечу, но если у вас у самого будет желание. Желание объемное, никак не могу осуществить. Вы хоть пытались? По 20 раз в день, никак. Что принимаем? Пуген. Что-то новенькое. Это сухое или крепленое? Сухое, доктор, в таблетках. Плохо, если уж таблетки стали принимать. Вы сами пришли или через участкового? Обещание запоя. Уже принимают участие МИЗы? Я не виноват. Правильно. Хотите сказать, что виновата школа, улица? В чем здесь улица? Я хочу, чтобы вы мне помогли. Я могу помочь, но многое зависит от вас. Главное в этом деле держаться. Держаться во что бы то ни стало. Как бы вас ни тянуло, расслабиться. Не поддавайтесь. В ответ на терзающее вас мучительное желание твердо себе скажите. Нет. Надо крепиться. Главное продержаться первые две недели. Потом будет легче. Доктор, я не доживу до потом. Доживете и сумеете победить эту вредную привычку. И тогда этот запой будет последний. Доктор, вы меня не поняли. У меня не запой, а запой. Какая разница? Какая разница? Запой это уже пьют, а запой это уже кушают. У вас точно белая горячка. Как горячка, у меня нет стула. Ясно. Уже всю мебель пропили. Я не пью. Пьёшь-то то, чем я съедаю, очень похоже на запой, но не по симптому, а по названию. Вот вы, доктор. У вас последняя буква какая? Мягкий знак. Откуда? От папы. Он рубили, я рубель. Мягкий, а первое? Первое Р. Так ставьте вместо последней буквы, и ваш запой превратится в мой. Что же вы сразу не сказали? Срочно идите к логопеду. Научитесь говорить букву Р. Через месяц ко мне, я помогу.